ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на дамбе Новосибирской ГЭС. В столкновении легковушки и грузовика погибли два человека. Это кадры с места происшествия. Водитель такси двигался по дамбе со стороны улицы Русской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Исудзу. Удар пришелся в правый бок машины. В результате столкновения водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте. В интернете активно обсуждают случившееся. Многие отмечают, что аварии с участием Яндекс.Такси происходят не впервые. Похожее ДТП на том же месте было в октябре этого года. Почему водитель такси выехал на встречку, сейчас выясняют следователи. Судя по повреждениям автомобиля, можно предположить, что мужчина превысил скорость на этом участке, ограничение 40 км в час. А это фото предоставили нам в управлении ГИБДД. Это колесо машины такси, на нем почти нет шипов. Было установлено, что данный участок дороги посыпан песко-соляной смесью. Также дорога не была скользкой, поэтому сейчас на данный момент устанавливают, почему он выехал именно на полосу встречного движения. В связи с ухудшающимися погодными условиями, хотелось бы посоветовать водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим, а также дистанцию и были взаимовежливы.